Ребята, всем привет! С вами я, Алина Айлов Видео. И сегодня вы удивитесь такому количеству всякой внешности, тестости и всему прочему. Да, и сегодня видео будет точно надолго. А знаете почему? А потому что это будет коллекция моих мягких игрушек. Давайте начнем отсюда. Самый первый мой такой. У меня будут не только мягкие, но и такие интерактивные игрушки. Эту кошку мне подарили, когда мне было 3-4 годика. И для меня тогда еще и было непостижимым, то, что она двигает лапкой. Это было вообще. То есть был разряд всех наилучшестей, всех. То есть вообще тогда это было самым-самым лучшим, самым-самым превосходным, самым-самым-присамым. То есть вот она в каком состоянии, в принципе, она очень хорошо сохранилась. Но механизм, ну, уже работает так себе, ну, потому что ей все-таки 5 лет. То есть и я ее как бы иногда забрасывала. Она еще работает, она реально еще работает. То есть, ребят, реально. Вот видите? То есть, видите, она двигается. То есть, как она хорошо сохранилась. То, что я с ней так бережно обращалась. Потому что тогда она стоила порядка 10-15 тысяч рублей. Потому что она тогда только вышла, это был разряд всех возможностей. И тогда мне подарила мне тетя моя. И я тогда была так рада, я ее обнимала. Но это был подарок на день рождения. Ну, это был и мама, и папа, и тетя, и дядя. То есть. Я их так обнимала, я говорила спасибо, спасибо. Причем я ее очень давно выглядела в интернете, потому что я бы так хотела, но она тогда была очень дорогой, и просто так ее подарить уже не было возможности. Давайте перейдем к следующей игрушке. Это я купила в Коломенском. Все, вот такой вот котик. Дальше у меня такой вот Винни-Пух, я его купила в Греции. Да, или на Мальте. Вот. Винни-Пух. Я тогда собирала персонажей из мультика Винни-Пух, и у меня тут еще тигр есть. И Топа. Кто смотрел мультик, тот понимает Топа. Не очень прикольно. И дальше я покажу, ну, вот из вот такую коллекцию. То есть у меня есть такая, это вроде Юху. И самая моя, ну, вот дорогая. Как дорогая? Я не знаю ее цену. Мне ее подарил Кирилл Нефёдов. Он из моего класса. Это просто. Ну, смотрите. Я ее давно очень хотела, но она была какой-то типа коррекционной. И я так обрадовалась, потому что она была такая милая вообще. И знаете, что там еще было? Там еще были Рафаэлки. Я обожаю Рафаэлки. Вот. Причем ее нигде не было, ни в интернете. Везде были, но они были не в наличии, не было в наличии. Не было ни в каких просто магазинах, не было вообще. То есть... Документ. Так. Это мне привезла мама из Германии. Вот такой теплёнок. Ребят, это такое зрелище. Просто прошло 4 минуты видео, я вам показала. Вот столько стул уже не выдерживает. Все. Вот, дальше вот такая интерактивная. Ну, мне ее подарили недавно, наверное, лет. Вот на день рождения, на 6-й, наверное. Вот.
Вот. Интерактивная. Интерактивных я ставлю на пол. Вот такая кошка! Я ее купила на свои деньги. Тю-тю-тю-рум. И сразу покажу вам еще вот эту кошку. Вот, я их купила вместе. И вместе я купила также еще и вот эту кошку. Они очень похожи, только это серая, это как желтая, ну, рыжая. Дальше у меня идет такая кисочка с выставки кошек. Я ее очень люблю, прям она такая милая. Знаете, вот прям моя кошка очень любит ей грызть нос. Дальше у меня идет вот такой белечек. Я вам его показывала в подарках на день рождения. Его мне подарила мама на 9-й день рождения. Я его очень люблю. Он такой мягкий, пушистый. Мама спрашивала, а тебе не мало? То есть, ну, давай я тебе еще что-нибудь подарю. Нет, я ей сказала. Нет, мама. Это все, что мне нужно для счастья. Так, его... Он будет со мной. Как вы видите, эта часть уже чуть-чуть располовилась. И я начинаю переходить вот сюда. Это вот такой вот мишка, которого я купила в Германии. И вместе с ним вроде я купила какого-то еще мишку, но он уже затерялся. Сейчас посмотрю. Я его не смогу найти. Нет, ну он точно есть, но я его куда-то затеряла. Вот этот вот. Будете спрашивать, почему у меня так много мягких игрушек. Это я! Кто меня не знает? И это тоже интерактивная игрушка Feral Friends. Я его называю Вульфик. Это у меня Вульфик. Вульфик, он у меня побывал в школе даже. И, кстати, Таня, если ты смотришь это видео, то твой Тедик должен быть рад. Это у нас с Таней такие переговоры. Вот он лает. И головку поднимает. Вот. Это мы купили в биопарке в Испании. Вот, в биопарке в Испании. Вот, биопарк это там, где можно даже зайти к лемурам, да, и реально их потрогать, то есть к лемурам потрогать. Ну ладно. Вот, эту кошечку мы ее купили в детском мире, хотя я... Так, пускай она сидит пока. Я, как всегда, зашла просто посмотреть. Как всегда. Да, как это случается? Мам, а давай просто зайдем посмотрим. Мама, конечно, хорошо. Конечно, заходи. И Алина заходит и видит вот эту вот прелесть. Она, мама, ну я больше ничего не буду просить. И выпрашивает так хорошенько эту кошку. Гениально. Просто посмотреть. Причем... Ты даже сама сказала, мам, я просто посмотреть, иду в детский мир, просто посмотреть, и меня купить весь магазин, да? Кто меня не знает? Так, эту кошку я вам уже показывала, вот это еще даже не мой. Он от фирмы Classic Rara Hand Cream. Ну, в общем, вот такой тигрик. Его сняли с продажи, потому что он очень старый, ну, наверное, ему так лет 15. Тому назад купили. А вот это я просто зашла в Duty Free. Просто зашла. На 50 евро. Просто зашла на 50 евро. Просто. Ну, чё? На 50 евро. Так. Его я оставляю вот сюда.
Потому что, ребят, посмотрите, стол уже переполнен. Так, мне надо быстрее, потому что у меня тут ещё, блин. Вот. Это из Германии тоже. Я буду просто говорить, откуда они. Ну, вот мягкие игрушки. И все. Я перебазирую сюда. Вот. И там эта же кошка, которую я вам также показывала. Вот. Дальше я продолжаю. Это была акция. Мы купили вместо 2000 рублей, купили за 500. Дальше собака тоже просто посмотреть зашла. Просто посмотреть в детском мире. Просто посмотреть. Просто. Это еще моей сестре. Она мне его отдала. Точнее, она мне его не отдала. Я просто так забрала. Что? Она им не пользуется. А мне будет. Это котенок Гав, которого я возила в Доминикану. Это остров, если что такое. Вот. А это куки, 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 куки. И, кстати, кто хочет, чтобы я снимала с ним видео? Я хочу! Ну, и пишите в комментарии, и ставьте лайки, тогда у нас появится еще один ведущий. Куки! Всем привет! Дальше у меня вот такая вот кошечка из Икеи. Та-та-та-ра. И такой маленький, маленький Ферби из Макдональдса. Ук! Дальше вот такой вот тигрик. Из Перехода тоже просто посмотреть. И такой вот из ленты Тивалька. Тушки, как Полина называет. Полина, привет! Тушки. И вот это тоже подарок от Кирилла Нефёдова. Я очень давно хотела кота огромного. Именно кота. Вы скажете, Алина, ты что, дура? Это медведь. Это медведь. Это, ну, видишь, медведь настоящий. Ну, медведь, медведь. Ну, я уж поняла, что это медведь. Ну, вот это что это? У медведя хвост вырос. Это кот. Настоящий кот. Кот, кот. Кот, прости меня. Прости, прости меня, благодарю тебя. Так, ладно. Вот такой вот Бенька, Бенька, жирный, жирный, жирный Бенька. Кирилл, привет. Так, у меня потрясение. Так, он у меня будет рядом. И мне осталось буквально всего ничего. Это тоже интерактивная игрушка. Вот интерактивная собачка. Тоже Feral Friends. Да, Feral Friends. Посмотрите, как менялись знаки. То есть это вот этот, вот это знак, вот самый современный, вот который недавно вышел. То есть вот это еще, ну вот, наверное, года 3 так назад был такой вот знак. Feral Friends. А вот когда лет так 5-6-7 тому назад, это был вот, вот такой вот знак. FR и сердечко. То есть это вообще эра знаков. Эра знаков, да. Да. И гениальная. И осталось последнее. Сейчас я вам его принесу. А мне места не хватило. Я тут. Вот. Вот такой вот мишка. Беленький. И такие мягкие. Ну, в принципе, это видео подошло к концу. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, потому что это видео уже 14 минут длится. Все, всем пока.